Глава округа Ради Хабиров провел встречу с дольщиками жилого комплекса «Малина». На совещание также пригласили представители компании «Гранель», которая взяла на себя обязательства по достройке объекта. По словам застройщиков, дома уже готовы, но нерешенным остался вопрос, связанный с подключением газа к котельной. Необходимо построить газопровод длиной 5,5 километров. Труба уже закуплена, говорили на совещании. Трасса также уже спроектирована. Сейчас ведется согласование ее расположения с землепользователями. Мы планируем согласование завершить, значит, до 10 октября. И планируем, что мы в конце октября выйдем копать землю, выкладывать трубу. Да, конечно, хочется всем быстрее, чтобы был газ, и тогда микрорайон заживет. Потому что все остальные ресурсы для этого микрорайона есть, они сделаны. Нужно понять, набраться терпения, потому что на самом деле вот нужно построить этот газопровод, выйти его построить и запустить. Да, эта работа непростая, сложная, затратная. Но на самом деле это осталось несколько месяцев, которые нужно добить совместной работы. И мы даже не сомневайтесь, мы ее добьем. Еще один вопрос, который интересовал собравшихся – перезимуют ли уже построенные дома? Как отметили представители застройщика, волноваться не стоит. В отделке использовали морозостойкие материалы. Все те недостатки, которые будут выявлены после зимы, мы их устраним. Все квартиры будут передавать вам не фрегат, а гранель. Мы их будем передавать, то есть мы, как договаривались, каждый приходит, осматривает свою квартиру. По акту приемки есть недостатки, потом вы говорите, что какие-то недостатки, мы их устраняем. Мы никакой ответственности от себя не снимаем. Планируется, что отпраздновать новоселье жители ЖК «Малины» смогут в первом квартале 2019 года. А следующую встречу с дольщиками, на которой обсудят ход дальнейших работ, проведут уже скоро, 23 октября.